Я записал позже намного, потому что я занимался своими делами. Корсар 8, это же ведь классная вещь. Годом, пацаны. Лорд, беги, Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенбаут, а я хочу вас поздравить с наступившим 2019 годом. Пусть в вашей семье будет все хорошо, будет много денег, счастья, здоровья, любви, всего наилучшего. Спасибо то, что мы набрали за этот год аудиторию, ну, где-то на 300 человек больше. Может быть, еще больше, я не считал просто, но аудитория у меня за год поднялась очень хорошо. Жаль, правда, что у меня нет времени записывать часто. В конце концов, и личная жизнь, и учеба. Хочу сказать спасибо тем, кто остался со мной. Тоже, кто смотрит мои ролики. Ну и что еще сказать? Пишите свои мнения, какую бы вы хотели увидеть игру. Да и к тому же я уже переустановил Windows. Арк у нас прежним не станет, к сожалению. С Арком уже все плохо как-то. И игра сама стала лагучей какой-то, подвисающей. Может быть, из-за того, что обновлений много неоптимизированных. Фотошоп у меня придется ломать заново. У меня пока фотошопа нет. Может быть, некоторые видео будут без нормальной превьюшки. Но я сейчас вскоре постараюсь решить эту проблему. Так, ну и да, ждите новых роликов в каникулы новогодние, почему бы и нет. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенбаут, всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока.